Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск программы «Букинформ». В студии Татьяна Романюк. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Первый раз в первый класс. В школах Брещины прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года. Что год учебный нам готовит? Актуальные вопросы современного процесса обучения и воспитания обсуждали на Августовском областном педагогическом совете. Секреты успеха крупнейшего производителя ликеро-водочной продукции предприятия «Белалка». Обо всех этих событиях мы расскажем вам прямо сейчас. И начнем, на наш взгляд, с очень интересной темы. Кого-то она вернет к временам молодости, другие узнают в героях недавних себя. 1 сентября – всенародно любимый праздник всех белорусов, потому что это торжество знаний, юности, хорошего настроения и добрых воспоминаний. В этом году 150-тысячная армия ребят Брещины сядет за парты новых, реконструированных и приведенных в порядок за летний период школ. Порядка 1200 школьников – первоклассники. Первый раз в первый класс. На торжественной линейке, посвященной празднику первого звонка в средней школе номер 15 города Бреста, побывала наша съемочная группа. У каждого человека есть особые даты, которые остаются в памяти навсегда. Одно из таких событий – первый звонок, и неважно, первоклассник ты или выпускник. Для Антона Луговкина, сегодняшнего учащегося средней школы номер 15 первого А класса, этот день запомнится как настоящее торжество. К школе готовился серьезно, вместе с родителями и младшим братом, все вместе и на линейку. Без бабушки и дедушки не обошлось, поэтому группа поддержки у Антона довольно приличная. Волнуются все. Я очень рада, что этот день наступил. Очень сильное волнение испытываю, как любая мама и как любой родитель, который сегодня пришел сюда. Посмотрите, сколько бабушек, дедушек, и все находятся в одинаковом состоянии. Я как мама первоклассника очень счастлива. От себя хочу детям пожелать легкой дороги школьной. Ведь вот как мне, как маме кажется, самое главное, чтобы они были спокойны, уверены, чувствовали себя комфортно. Оценки – это дело такое, повременное. А вот если будет вот это внутреннее душевное спокойствие и радость, ребенок будет с удовольствием ходить в школу. Вот этого я желаю своему сыну и всем деткам, кто сегодня пошел в первый класс. Праздник первого звонка для кого-то – точка отсчета, а для кого-то – последний виток в школьном походе за знаниями. Для педагогов это всегда начало работы с уже знакомыми или вновь прибывшими детьми. Наверное, поэтому сделать первый день учебы запоминающимся хотят в каждой школе. 15-е это всегда удается по-особому трепетно и как-то по-домашнему. Наверное, потому что в этом учебном заведении каждый ученик – чудо. Таким его видят педагоги. 1 сентября – это праздник всех, это единение всех. Каждый в эту минуту ощущает себя частичкой одной большой и дружной школьной семьи. Это действительно так. Мне кажется, это разделяют все взрослые и дети. Школа прежде всего должна быть родным домом. Когда это так, когда хочется в нее идти, в эту школу, значит, никакие технические средства, ничего это не заменит. В школе должно быть тепло и уют. И комфорт детям. Учеба – нелегкий труд, требующий и прилежания, и усердия, и старательности. Это уже довольно хорошо известно старшеклассникам, скоро поймут и первоклашки. Каждый из них будет грызть гранит науки в полном соответствии с программой. Но в этот день во всех классах от 1 по 11 у новичков и старожилов, у строгих родителей и у добрых бабушек присутствует лишь одно слово – праздник. Пока еще оценки никто никому не ставит, не делают выговоров, не ругают за плохое поведение. Каникулы, конечно, быстро пролетели. Для меня эта школа новая. Хочется познакомиться с новыми друзьями, пописать в новых тетрадках. И, конечно, самое главное, познакомиться с новыми учителями. Что должен уметь и должен знать взрослый ученик? Ну, он должен себя вести хорошо на уроках, должен хорошо готовиться, много знать, готовить дополнительную информацию. Я вспоминаю, как будто это мои дети были, внучек теперь так. Это очень приятно. Я довольна, то, что я смогла прийти на эту торжественную линейку. Хочу, чтобы дождать, чтобы внучек мой
тоже учился неплохо, так как дети мои. Первый раз в первый класс, а это значит и парта первая, и учебники, и первая учительница, та, которая станет для этих милых первоклашек второй мамой, которая научит доброму, вечному, мудрому, которая подскажет и поддержит в трудные минуты. Главной своей задачей вижу научить дружить, научить детей быть человечными действительно. Вот. И вообще, я, вот моя позиция, воспринимаю детей и людей такими, какие они есть. То есть со всеми их положительными, отрицательными сторонами, со всеми их достоинствами и недостатками. Вот. И поэтому стараюсь учить и своих детей тому же. А самая главная оценка, которую ставит Ольга Борисовна своим ученикам? Быть человеком. Герой нашего сюжета Антон Луговкин в осознании своей значимости. Он сосредоточен и не отвлекается на мелочи. Если уж пришел в школу, нужно учиться. Все остальное по боку. В игрушки пусть играют малыши, а я пожарным стать хочу, а значит, вперед за знаниями. Но на интервью все-таки согласился. Хочу быть наученным, хочу работать, хочу научиться читать, я хочу писать. Хочу считать. Быть грамотным, одним словом, да? А для чего все тебе это нужно? Чтобы быть умным. Самое главное для меня – учеба и новые друзья. Я лучше буду пожарником, хочу лучше тушить пожары. Спасать людей. Да. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Августовский областной педагогический совет прошел на этой неделе на базе средней школы номер 1 в городе Жабинка. Улучшение качества образовательного процесса путем активного внедрения информационных технологий, мотивация учителя на профессиональный рост. Эти и другие задачи ставили перед педагогами области заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Тозик, министр образования Сергей Маскевич, а также представители областной вертикали, губернатор региона Константин Сумар и начальник областного управления образования Михаил Тиханчук. Однако, прежде чем озвучить цели на новый учебный год, представители государственной власти ненадолго превратились в учеников. Подробности в нашем следующем сюжете. Чтобы представители государства вертикали еще раз убедились в том, что внедрение информационных технологий является необходимым условием для полноценного учебного процесса, преподаватель английского языка предложила совершить чиновникам путешествие по Лондону не по учебникам, а с помощью ноутбуков и интерактивной доски. Все же когда-то начинается первый раз, так поэтому я бы не стал подавать это как проблему. Мы начали это реализовывать так и будем целенаправленно, системно это делать. С учетом наших возможностей, республиканского бюджета, местных бюджетов, мы приняли, я считаю, что очень хорошее постановление правительства, позволяющее сегодня организациям образования зарабатывать деньги и использовать их для тех целей, для которых считает необходимым коллектив и руководитель. Поэтому я думаю, что время такое, что мы должны вот в том направлении, о котором вы говорите, двигаться максимально динамично. И мы сегодня увидели хорошие примеры. Это уже хорошо, что эти примеры есть. Сегодня тенденция информатизации школ республики постепенно набирает обороты. Средняя школа номер 1 города Жабинки не исключение. Мультимедийные установки, интерактивные доски и ноу-хау районной школы, инфокиоски – новшества, с помощью которого как дети, так и родители смогут получить необходимую информацию об учебном заведении. Более того, в учреждении образования установлен Wi-Fi, благодаря которому каждый ученик сможет беспрепятственно выйти в интернет. Цена обновленной материально-технической базы – около 1 миллиарда белорусских рублей. Осталось дело за малым – научить преподавателя грамотно обращаться с техникой, что, безусловно, повысит уровень его профессионализма. Сегодня все-таки техническое оснащение немножко у нас опережает готовность учителя воспользоваться в полном объеме этим. Поэтому сегодня больше мы видим необходимость работать над повышением мотивации и квалификации профессионализма учителя, чем техническое оснащение. Мы должны посмотреть уже, насколько эта материально-техническая база используется эффективно. И мы у себя в области видели много проблем в этом направлении. И на последнем исполкоме поставлена задача, во-первых, сделать инвентаризацию, как положено, и потом научить, вот то, что говорил министр образования, научить наших учителей работать, как положено, с той уже электронной техникой, которая имеется в школах. Кабинет физики в Жабинковской школе также модернизирован по последнему слову техники. Образовательный проектор «Новое оборудование» входит в расширенный учебно-методический комплекс. В этом году в республике появилось 222 таких класса. В следующем это количество планируют увеличить до 260. Глядя на техническое оснащение кабинета,
это можно надеяться, что количество олимпиадников, постигающих азы точной науки, вырастет. Пока же ситуация с физикой у абитуриентов на централизованном тестировании оставляет желать лучшего. Оценивая сам процент прохождения вот установленной границы, там в 10-15 баллов, то и 20 баллов по ряду предметов, то можно ответить, что по той же самой физике вот этот рубеж 15 баллов преодолело, или вернее лучше сказать, не преодолело 42% тех, кто ходил на централизованное тестирование по физике. Это тоже настораживает нас. В прошлом году грамотный подход к профориентации учащихся был главной задачей для педагогов области. Сегодня на повестке дня тема наполняемости классов. Для решения этой проблемы уже в этом году было закрыто 25 учреждений образования, за счет чего количество учеников в школах сельской местности достигло нормы. Это позволило направить средства на реконструкцию школы в Пинском районе, строительство 3 дошкольных учреждений в городах Иваново, Барановичи и Столинском районе, а также на возведение общежития при Брестской школе-интернате. В целом на капитальный ремонт учреждений образования по области было направлено 263 миллиарда белорусских рублей. По словам Михаила Тихончука, закрытие школ не спровоцирует проблемы нехватки учебных мест для детей. Если рассматривать тенденцию рождаемости, и хотя видим, что пошла динамика прироста рождаемости детей, те учреждения, которые мы имеем даже на сегодняшний день во всех регионах области, они полностью готовы принять то количество детей, которые мы видим в перспективе на динамику. В этом году и детский садик построен. Если говорить об образовании, здоровом образе жизни в Столине, уже практически, вы сделали комплекс спортивный в самом Столине, и в Ольшанах, выполняя поручение президента, тоже закончим примерно месяца через полтора этот спортивный объект. Поэтому делаем как никогда. Практически область не остановилась на полпути по строительству или по укреплению материально-технической базы. В новом учебном году 548 школ области готовы посадить за парты более 150 тысяч учеников. Следует отметить, что с ростом демографической ситуации на Брещине в этом сезоне в первый класс пойдет почти на 1200 детей больше, чем в прошлом. Сегодня для них и ради них эксперименты в образовательной сфере продолжаются. Насколько грамотен окажется подход в вопросе улучшения качества образовательного процесса, покажет время. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на телеканале БУК-ТВ. Продолжаем говорить о главном и интересном. 27 августа губернатор региона Константин Сумар провел семинар-совещание в городе Пружаны. На повестке дня были две главные темы текущего периода. Уборка урожая сахарной свеклы, картофеля и кукурузы. Большое внимание было уделено и модернизации молочно-товарных ферм. Во время поездки председатель Брестского облсполкома во главу угла поставил нововведения в сфере сельского хозяйства. Подробнее Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Последние годы вопросам молочной промышленности уделяется особое внимание. Строятся новые фермы и активно реконструируются старые. Поэтому проблемы модернизации молочно-товарных ферм – первый вопрос. Глава региона подчеркнул, что не все фермы с современными технологиями дают должную отдачу. Здесь губернатор был категоричен. Необходимо либо вводить качественные объекты или их реконструировать, чтобы они приносили доход в финансовый бюджет области, либо убирать за ненадобностью. Константин Сумар лично ознакомился с показателями и посоветовал грамотнее подходить к руководству на фермах, чтобы рассчитывать на свои силы. Сейчас серьезная ситуация. Сейчас по республике не очень-то складывается нормально бюджет. Я не буду называть эти цифры и так далее, но очень большие цифры. И сейчас идет повсеместное обрезание. Я рассчитывал, что у нас будет где-то больше за сотни миллиардов к концу года были бы еще деньги, которые можно было направить, но сейчас не знаю, как их отвоевать. Поэтому на это мы будем на что-то рассчитывать, но давайте работать удобно покуда. Мы же потом не объясним главе государства, что мы где-то не смогли денег найти и так далее. 2 года уже проходит. Еще одним вопросом на повестке дня стала уборка и заготовка кормов, а также подготовка полей к зиме. Глава области остался недоволен темпами вывоза органических удобрений на поля, а также посевами озимого рапса. Пока с этими поручениями справились не все регионы. Что идет за счет практически всех хозяйств – уборка соломы. Регионы справляются в этом направлении в сроки. По уборке соломы, все-таки за исключением Донецкого района, все остальное укладывается, поэтому Гиевичу надо посмотреть на работу по уборке соломы.
Следующим пунктом поездки стало посещение полей экспериментальной базы «Белоусовщина». Она специализируется на элитном семеноводстве зерновых, зернобобовых культур и картофеля, а также на животноводстве мясомолочного направления. Именно здесь высаживаются и разводятся различные гибриды, которые впоследствии могут расти вопреки природным катаклизмам, а также приносить большой урожай. Многие семена, высаженные на полях базы, создавались в Беларуси. Особое внимание уделялось кукурузе. Ожидаемый в этом году недобор зерна колосовых культур в Брестской области планируется восполнить за счет царицы полей, причем белорусского происхождения. Константин Зумар подчеркнул, что необходимо приобретать свои сорта, которые значительно дешевле, а по продуктивности не уступают импортным. Если у нас будет, например, ранний или среднеранний сорт, то один только, мы его никогда в жизни не уберем. Поэтому это как уже как за азбуку должны будем все понимать. Три должно быть сорта. И если кто-то в этом году или на будущий год купит среднеранние или ранние сорта, минуя Ивацевицкие, то я вам скажу, будем отдавать, я вам обещал, но в этом году мне попросили не давать дело в прокуратуру. Пойдете в прокуратуру с мешком. Покупать только надо то, что мы не производим. Уборка кукурузы – дело непростое и очень ответственное. Важно учитывать многие факторы. Здесь белорусские аграрии нашли свое решение и продемонстрировали главе региона продуктивные нововведения. Наша беда, что мы вот в таком составе собираемся, проводим какие-то семинары. Улучшим, показываем. И вот мы посмотрели в этом году, когда поехали по районам и пригласили ашат, начали уже по подготовке и посева зиморапса, механизатор, который этим занимается, то механизаторы нам же откровенно говорят, что нас до этого времени не собирали, как положено. Ну, я их словами говорю. То я задаю вопрос, конечно, если так, как главный инженер из Барановского управления сельского хозяйства говорит, что а я и не знаю, сколько и так далее. А что говорить о том, что уже практически показать? Так нельзя работать. Ведь самое главное донести до исполнителя. Поля картофеля занимают особое место на территории экспериментальной базы «Белоусовщина». Здесь выращивается порядка 30 различных видов этой культуры. Работники базы тщательно ухаживают за картофелем, возможно, именно поэтому он здесь хорошо плодоносит. Константин Сумар поднимал вопрос о том, что покупает руководство хозяйства только несколько определенных видов картофеля, вопреки тому, что производится их огромное количество. И они не уступают ни в продуктивности, ни в устойчивости в разную погоду. С картошкой мы научились давно работать. Другое дело, что именно по вине иногда специалистов мы тоже не уделяем внимания, например, набору тех сортов, которые должно быть в хозяйстве, в том или другом, исходя даже из почвенной разности. В любом хозяйстве должно тоже быть минимум хотя бы 3 сорта. Много сортов не надо. А вот ранние сорта должны быть, потому что тогда мы растягиваем время уборки и вовремя подходим к уборке уже средних сортов или поздних сортов. И вот поэтому снова обратили внимание, будучи на опытном поле, чтобы тоже хозяйство обратили внимание на то, чтобы заниматься 2-3 сорта минимум надо в хозяйстве. Хранение качественных кормов не менее важная задача для аграриев. Важную роль играет правильная утрамбовка через 4 часа после последнего привоза. Константин Сумар отметил, что необходимо быть настоящими хозяевами и постоянно контролировать всю деятельность, ведь убытки, которые приносит некачественное заготовление, обходятся бюджету области миллиардами рублей. То, что касается пленки, то сколько уже будем говорить, это тот прием или та необходимость, которая должна выполняться 100%. Тут же большая экономия кормов. Поэтому тут о том все троечку уже надоело говорить. Я вот еще раз попробую, вдруг сознание кого-то, да сознание не то. Вот посмотрели на хозяйстве, где нет вот этого приема, нет пленки. Брать да сразу и разбираться и с начальником сельхозуправления, и с этим руководителем. Сахарная свекла – необходимое сырье для работы Жабинковского сахарного завода. Как отметил губернатор области, с 1 сентября он должен начать свою работу уже со свежим сырьем. К сахарной свекле в области относятся с уважением, разрабатывают новые технологии для ее тщательного сбора. Константин Сумар подчеркнул, что такие новинки помогают сохранить полезные свойства свеклы. Мы уже сегодня показали на этом поле, что надо заниматься там, где подгорела сахарная свекла, уже надо заниматься уборкой сахарной свеклы. И графики так составлены, чтобы уже на 1 сентября запустить в работу Жабинковский сахарный завод.
То, что представила экспериментальная база «Белоусовщина», заслуживает внимания. Новые белорусские технологии вместе с зарубежным опытом помогают аграриям Брещины идти в ногу со временем. По итогам семинара-совещания у руководителей районов была уникальная возможность пообщаться и обменяться опытом, а также познакомиться с новыми технологиями, которые уже интенсивно работают на благо сельского хозяйства. К другим темам. 2013 год – очередной год признания и побед одного из крупнейших производителей-поставщиков ликероводочных изделий в странах СНГ – брестского завода «Белалка». Предприятие года региона с занесением на областную доску почета. Одно из 15 лауреатов премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Награды и достижения можно перечислять достаточно долго, но главным остается одно – на достигнутом коллектив старейшего предприятия Брещины останавливаться не собирается. Пик успеха еще впереди. А вот рецепт успеха коллектив «Белалка» не скрывает. Секретами поделились и с нашим корреспондентом Викторией Драгобецкой. История успеха ликероводочного завода «Белалка» началась в 1897 году. Более чем за столетие предприятие не раз пожинало лавры на различных международных конкурсах и выставках. Диплом за креативность и творческий подход в организации работы с посетителями, полученный на выставке-ярмарке Брест-Содружества. Диплом «Продукт года». Абсолютное большинство наград на конкурсе в Украине «Золотой грифон». И самая почетная победа – премия правительства, которая дается раз в 5 лет. По словам генерального директора Александра Романовского, признание такого уровня стимулирует предприятие на новые достижения, а значит и определяет задачи на будущее. «Белалка» работает всегда, и у нас план реконструкции до 2015 года. Сейчас выполняется с 2010 по 2015. Мы не стоим на месте, ежегодно присутствуют различные мероприятия технические, технологические, маркетинговые, которые мы внедряем в жизнь. В общем, это запрограммировано. Однако не секрет, что в основе любого успеха труд людей, и «Белалка» не исключение. Алена Левкина, заведующая центральным складом, работает на предприятии 4 года. Прием, учет, хранение товарно-материальных ценностей – ее прямые обязанности. Работа нравится, говорит Алена, хорошие условия труда, забота о сотрудниках, которые чувствуются на каждом шагу, прекрасный коллектив. Все это позволяет назвать рабочую атмосферу дружелюбной. Хороший завод, продукция замечательная, потому что ее производят замечательные люди. Коллектив очень доброжелательный, дружелюбный, существует очень большая взаимовыручка, поддержка друг друга. За длительный срок, я считаю, 11-й год уже у меня на заводе, здесь самый дружный коллектив. У меня другие были коллективы, но это самый дружный. Мы часто выезжаем на соревнования, часто участвуем в туристических слетах и другие мероприятия вообще, даже за рубеж. Чтобы производить достойную продукцию, завод, что называется, идет в ногу со временем. Появляются новые виды изделий, разрабатываются оригинальные технологии, обновляются структурные подразделения. В частности, ивацевический спиртзавод. Не обходится и без реконструкции цехов. Мастерских, где по старинным белорусским рецептам производятся бальзамы, так полюбившиеся многим. Модернизируется купажное отделение, модернизируется сувенирное отделение ликерного участка на протяжении 4 лет. В сторону увеличения выпуска продукции, наращивание мощностей. Реконструкция как бы происходит довольно глубокая. Можно сказать, все стирается под ноль, и цех делается с нуля по-новому, поэтому модернизация идет полным ходом. География поставок продукции простирается от маленькой Швейцарии и Австрии, охватывает огромный массив стран СНГ и доходит даже до стран Латинской Америки и Африки. История международного сотрудничества Брестского ликероводочного завода насчитывает более 20 лет, что свидетельствует о безоговорочном авторитете предприятия. Экспорт у нас растет 150-200% в год, значит, и уже мощностей нам не хватает, поэтому в этом году ремонте была реконструирована экспортная линия и сделан капитальный ремонт. Сегодня Брестский ликероводочный завод вошел в эпоху своего расцвета. В этом году на Брещине новые фирменные магазины появятся в городах Пружаны и Столбцы. По словам Александра Романовского, рецепт успеха «Белалка», как и рецептура продукции предприятия, постоянно совершенствуется, но есть неизменная составляющая – кропотливый труд каждого сотрудника и обновление технической и технологической базы. Именно это фундамент побед и конкурентоспособности «Белалка». Виктория Драгобецкая, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными мероприятиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Прямо сейчас короткий экскурс по событиям, которые мы освещали в эфире ежедневной программы новостей.
С 26 августа в городе Бресте прекращена реализация в объектах розничной торговой сети с 10 вечера и до 8 утра всех видов алкогольных напитков стоимостью ниже, чем 1,5 базовой величины. Исключение составят виноградные вина, шампанское и сувенирно оформленные водка и коньяк. Таково решение Брестского горисполкома. На этой неделе руководитель области Константин Сумар встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Польша в Беларуси Лешиком Шеребко. Встреча была организована по предложению польской стороны. Предыдущий диалог состоялся 2 года назад, поэтому подошло время определить новые вехи сотрудничества. Среди обсуждаемых тем – развитие приграничной структуры и трансграничного сотрудничества, вектор культурных обменов. Всегда в Бресте очень хорошая атмосфера встречи. Я имею сравнение, могу честно говорить, но результаты мы подождем, потому что это такой только, вы знаете, первые вещи. Я бы хотел прежде всего тронуть вопрос, связанный с границей, потому что это для вас и для нас существенная вещь. Я думаю, что нам поучиться в близком будущем сделать заседание комиссии, о которой я говорил, по трансграничному сотрудничеству. Она в состоянии решать много вопросов, связанных и с малым приграничным движением, инфраструктурой граничной, и с визами, знаете. Так что тут это вот очень существенная вещь. Я просто ищу союзников с вашей стороны. 28 августа состоялась торжественная церемония открытия белорусской части международного пункта пропуска Перерова-Беловежа. Объект уникален, так как находится в центре Беловежской пущи, заповедными в которой являются и белорусская, и польская части, и служит для пропуска исключительно пешеходов и велосипедистов. Заказчиком выступил Госпогранкомитет. Деньги под реализацию проекта, порядка 17 миллиардов рублей, были выделены из бюджета республики в рамках государственной инвестиционной программы с целью улучшения инфраструктуры границы. Мы старались выдержать архитектуру, все-таки это Беловежская пуща, отделка деревом и где-то даже элементы интерьера, они схожи с польскими. Но я могу обратить внимание на то, что этот в этом пункте пропуска все современные технологии имеются. Здесь полностью система, адаптированная в пограничную систему пограничного контроля, таможенного контроля. И эта система закольцована по республике, они получают все свежие данные. Кроме того, этот пункт пропуска абсолютно автономный. Здесь есть своя скважина, здесь есть даже дизель, если промышленное электричество пропадет. Собственное отопление, поэтому они могут в любых условиях здесь выжить. Вакцинация на Брещине началась. Вакцина получена. Бесплатной иммунизации подлежат люди из группы высокого риска. Маленькие дети, пожилые люди, а также медработники. В сентябре ожидается поступление вакцины для вакцинации учащихся и сотрудников учреждений образования. Такие процедуры позволяют сократить заболеваемость ОРВИ и гриппом и, как следствие, избежать так называемых карантинов. Уже сейчас активно в школах начнется с начала нового учебного года сбор согласие родителей на проведение прививки, и стоит, конечно, принять положительное решение, потому что об эффективности вакцинации свидетельствует то, что в 2011 году закрывались на так называемый карантин в основном школы, те, которые были с низким охватом прививками. А в 2012 году более активно была проведена работа, охват был увеличен, и, соответственно, не было у нас закрытий школ на карантин, соответственно, не приостанавливался учебный процесс. Движение по территории крепости на двухколесном железном коне будет разрешено только по отведенным маршрутам. Уже в ближайшем времени дорожки, по которым разрешен проезд велосипедистов, будут оборудованы и обозначены в соответствии с правилами движения. Любителям активного отдыха следует помнить о необходимости их соблюдения. Территория мемориала – священное место, к которому каждый из нас должен относиться с уважением. Безопасность детей на дороге – задача не только сотрудников госавтоинспекции, но и родителей. Анализ аварийности свидетельствует, что чаще всего ДТП с участием детей происходит в период окончания летних каникул и начала учебного года. Именно поэтому госавтоинспекция проводит акцию «Внимание, дети», которая призывает водителей обезопасить детей, включив ближний свет фар при передвижении по городским улицам. Подробнее Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Акция «Внимание, дети» приурочена к окончанию летних каникул и направлена на снижение дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних участников дорожного движения. Об актуальности этой проблемы свидетельствует грустная статистика. На территории Брестской области с начала года зарегистрировано 38 ДТП с участием несовершеннолетних, 2 из которых со смертельным исходом. В
Включая ближний свет фар во время движения, водители привлекают внимание маленьких пешеходов. В период времени с 26 августа по 6 сентября на территории Республики Беларусь проходит специальный комплекс мероприятий «Внимание, дети». Связано это в первую очередь с началом учебного года. На дорогах и улицах нашего города появилось большое количество детишек. Поэтому хотела бы обратить внимание наших уважаемых водителей на то, что в период проведения республиканских специальных комплексов мероприятий, согласно пункта 166.9 правил дорожного движения, в дневное время суток они обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар. Кроме включенного света, сотрудники госавтоинспекции за время акции проконтролируют соблюдение правил перевозки детей. Уделяется внимание соблюдению правил дорожного движения, причем не только водителями, но и взрослыми пешеходами. А также всем участникам акции сотрудники госавтоинспекции дарят наклейки памятки с просьбой включить ближний свет. Водители считают такие профилактические мероприятия полезными, потому с удовольствием наклеивают на руль напоминания. Это надо обязательно, перед этим определенные дни, там надо как раз, дети идут, они с деревни приезжали, санатории поприезжали. Все это надо, конечно, они забыли, что такие города, надо это такое дело, напоминать постоянно. А дети забывающие хуже, чем старики. Дети, надо все-таки соблюдать безопасность на дорогах, так как, видите, в Европе все ездят с ближним светом, это в порядке вещей. Я думаю, у нас тоже надо к этому подходить уже давно. Уже в понедельник школьники отправятся на занятия, потому сотрудники госавтоинспекции советуют автолюбителям снизить скорость вблизи школ, детских садов, остановок транспорта, а в виде ребенка у проезжей части останавливаться. Акция продлится до 6 сентября, однако безопасности на дороге нужно помнить всегда. Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 206367. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Смотрите новости на канале БукТВ, и вы будете в курсе событий, которые происходят в Брестском регионе. Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дни». А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Добрых вам новостей и до встречи в эфире. Календарная осень стартует прохладной и неустойчивой погодой. В воскресенье 1 сентября через территорию Беларуси ожидается перемещение атмосферного фронта с Западной Европы, который принесет с собой небольшое похолодание и дожди. Ночью и утром в отдельных районах Брещины образуется туман. Дождя в течение дня не ожидается. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 14-16 градусов, днем температурный фон составит 15-17 градусов. В понедельник, 2 сентября, республика будет находиться под влиянием влажных воздушных масс североатлантического происхождения. Ночью местами днем на большей части территории Брещины пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западной четверти умеренный, днем порывистый. Не более 13 градусов. Такова температура воздуха ночью. Днем воздух прогреется максимально до 14 градусов.